В январе текущего года Советом министров Республики Беларусь было принято постановление номер 87, по которому на территории нашей страны вводится маркировка контрольными знаками планшетных компьютеров, за исключением тех, которые были в пользовании. Данное новшество вступило в силу 5 мая этого года. Таким образом, с учетом требований указа президента Республики Беларусь от 10 июня 2011 года номер 243 о маркировке товаров контрольными знаками, с 5 мая 2014 года на территории Республики Беларусь запрещается приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями всех видов планшетных компьютеров, как произведенных в Республике, так и импортированных на ее территорию, без маркировки в установленном порядке контрольными знаками. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот планшетных компьютеров, есть право реализовывать их остатки без контрольных знаков. Это касается тех девайсов, которые не были проданы на дату введения маркировки 5 мая 2014 года. Данное правило не распространяется на субъекты торговли, которые могут реализовывать планшеты только после маркировки, за исключением тех, чья упаковка была вскрыта. Эти планшеты разрешено продавать в течение 2 месяца с даты проведения инвентаризации. За нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными знаками субъекты хозяйствования будут нести административную ответственность, предусмотренную статьей 12.35 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, с наложением штрафа в размере до 20 базовых величин, с конфискацией товара или без конфискации. Маркировка товаров контрольными знаками, с одной стороны, защищает интересы потребителей, с другой – предпринимателей от недобросовестной конкуренции. Поэтому, приобретая легальный товар с нанесенными на него контрольными знаками, вы защищаете интересы государства, а значит и свои.